Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A33 добавить отпечаток пальцев. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Отпечатки, распознание лица и пароль» и нажимаем «Добавить отпечаток пальцев». Затем ознакомливаемся с данными информациями, нажимаем «Продолжить». Затем нам нужно установить резервный способ блокировки экрана. Это может быть шестизначный пароль, но также мы можем выбрать другой тип пароля. Это может быть графический ключ, четырехзначный пин-код, может быть пин-код от 4 до 16 цифр, или же пароль буквенно-цифровых символов. Давайте используем четырехзначный пин-код. Затем его повторяем. И следующим шагом, что нам нужно сделать, это находим сенсор отпечатка пальца, который у нас находится здесь, на задней панели телефона. И касаемся его пальцем несколько раз, пока он не запомнит наш отпечаток. Теперь изменяем положение пальца. Касаемся еще несколько раз. И готово. И теперь при помощи отпечатка пальцев мы можем, к примеру, разблокировать наш телефон. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.